Конечно, пограничную службу сложная, трудная, но почетная. И для тех, кто служил, она понятная. А те, кто не служил, приходите, послужите, тоже поймете. Я, по крайней мере, 36 лет служил, сменил 6 пограничных отрядов, 2 пограничных управления. Ну, 8 переездов. Жене это понятно, никто не поймет, что это такое 8 переездов. Как говорят, один переезд как пожар. А это нормально для нас. Служили там, где Родина прикажет. И до сих пор служим там, где нужны пограничные войска. А они нужны везде. Граница у нас длинная.